Марк Цукерберг, наконец, прервал молчание. Основатель Facebook заявил, что признает допущенные ошибки и пообещал принять меры для того, чтобы утечки информации в дальнейшем не происходили. «Мы несем ответственность за защиту ваших данных. Если мы не можем обеспечить ее, значит, мы недостойны предоставлять свои услуги», — написал он на своей странице в соцсети. Цукерберг пообещал, что компания проверит все приложения на предмет возможных злоупотреблений и заблокирует разработчиков, которые использовали личные данные, не имея на то законных оснований. Скандал разразился после того, как в прессе появилась информация о том, что компания Cambridge Analytica использовала личные данные миллионов пользователей Facebook для вмешательства в ход выборов в разных странах мира.